Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вот сегодня решили отправить посылку Ильназу, зятю. Вчера был суд на продлении, продлили до 17 сентября. Дочка очень сильно расстроена, мы тоже все расстроены. Она осталась дома, у нее даже и настроения нету, чтобы подняться куда-то ехать. Мы с маленькой внучкой приехали вот отправить папе посылку. Мой зять очень хороший человек. Он такой добрый, отзывчивый. Помогает. Нам его так сильно не хватает. Мы скучаем без него. Поскорее бы отпустили всех наших ребят. Когда смотришь на этих детей, на дочку, на внучку, сердце кровью обливается. Ребенок растет без отца. Каждый, который идет, мужчина, парень, всегда бежит за ним и говорит: это мой папа. Так детей жалко. Не оставляйте детей сиротами. Пусть наши зяти, сыновья возвращаются домой поскорее. Ведь они ни в чем не виноваты. Всем доброго дня. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.